ДТП сегодня на 107-й. Уральный Домодедово, четверки не доезжает. Вот они прицепчики жить. Как он не ушел, неизвестно. Высота вообще четкая, 30 метров. Вот это та Скания, которая лежала на мосту с тонаром. Ее расцепили, перевернули. Прямо на моих глазах рас... Чувак, ты живой? Живой? Живой. Ты как так? Колесо взорвалось, ёб ты. Переднее? Издалека. Давай, давай. Давайте уйдите! Твою мать! На Каспийской дороге произошло страшное ДТП с участием лесовоза. Нет, только машину. Вот, так как данный автомобиль мы транспортируем на штрафстоянку 7-го батальона, то ДТП было либо с очень тяжкими телесными, ну, по осколкам, которые находятся на обочине, больше... Автомобиль Volvo и фарш 2018 года. Догнал стоящую фуру. Потерпевших здесь не было.
Скания, сказали, второй рейс, нульц. Еще одна Скания, мусоровоз. Ну и там на мосту вы видели. Вон моя ласточка стоит, не пострадала. Это только одна сторона, сейчас будет вторая сторона. Ис. В обе стороны. Смаил, нет, нет, нет. Надо выворачивать по-другому. Колеса не включай, Сергей, они по радио уже тут. Да, бля. Да. Проводка, проводка. Горячий битум льется на асфальт. Буксир, эвакуатор тянет эвакуатор, а бывает и такое в нашей жизни. Кто-то куда-то влупился, вязьминский эвакуатор стоит, который Валероса вытаскивал. Да-да-да, Леха. Опять одиночка.
черный бабай, Мерседес. Валера, такой, как у тебя. 18 сентября. Авария произошла часа, наверное, 4 назад. Около 11 часов дня водитель на ИПАшке приснул малька. Пострадали люди, но вроде бы не критично. Кабина была немножко сдвинута назад, мы ее подтащили лебедкой, поставили на свои родные места, и теперь мы можем спокойно поднимать и тащить ее к месту стоянки. Кабина у нас уже в установку рефрижератора не упирается. Исмаил, подожди чуть-чуть, надо крышку закрыть. Вот так вот происходят эти работы. Гагарин. Чувак на паровозе на ИПАшке, видно, приснул. Кувет такой непростой. Вот он, Магнум. Вот оттуда, где моя машина стоит, он заходил. И вот так вот полетел. Это так-то. О, видео остановил.